Держимся примерно по центру. Я из люка снимать вас буду. В этом клипе снимается моя двоюродная сестра. Кто смотрел наш клип «Две Маши стервы», то можете ее там тоже найти. И главный герой Дима, он прописывал мне бэк-вокал, кстати, на ТикТаке, который вы тоже уже можете скачать и послушать. В нашем клипе открытый финал, и каждый зритель должен для себя решить, вернулся бы он обратно в какую-то свою старую историю или не вернулся. Но также в клипе есть маленький секретик, и если вы досмотрите клип до конца и начнете и решите пересмотреть его заново, то вы найдете для себя ответ, который мы хотели донести до вас конкретно в этой истории. Целый день ходит за нашей командой. Никто не знает, кто это здесь. Почему у нас в команде блогер? Холодный парень, мне плевать. Столько форс-мажоров, сколько случилось сегодня, не припомню давно моя продюсерская карьера. Дождь идет весь день. Спасение котенка из под машины. И на часах 0:41 заведение, где нам нужно доснять наш клип, работает до часа ночи. За 19 минут нам нужно успеть отснять две гигантские сцены, проездки вот по этому мосту. Я не знаю, как мы это успеем. Что еще должно произойти, ребята? Это чума просто. Где Маша? Я хочу ее обнять. Где Маша? Дайте мне Машу. Ура! Это было просто вау! Просто бомба, пушка, леворо! Мы ждем очень ваши отзывы, нам важно ваше мнение. Надеемся, что наша красивая love story западет вам в сердце и в душу. Спасибо большое. Заветное. Что? Стоп! Смена окончена! Поздравляем! Поздравляем! Сейчас еще пару дублей, да?